Всем привет! Приехала сегодня на участок. У меня очень важное дело. Начинаю сегодня переделывать малинник. Мне надо убрать все вот эти конструкции. Пересадить всю малину, ежемалину, ежевику. Здесь я буду устанавливать шпалеры. И для начала мне нужно прокопать грядку, куда я буду пересаживать ремонтантную малину. Для начала мне надо все размерить, перемерить, отметить, все как следует разметить. Вот у меня колышки есть с веревочкой, чтобы было все ровно, аккуратно и красиво. Наметила границы грядочки. Все перекапываю, убираю сорняки. Ширина грядки 60 сантиметров где-то, а длиной она будет приблизительно 4 метра. И посажу я там 4 растения. Глубоко копать не буду. Корневая система у малины поверхностная. Только когда буду пересаживать, выкопаю ямки поглубже. И постепенно начала разбирать конструкцию, чтобы она не мешала мне при пересадке. Намечаю места, куда буду сажать малину. И начинаю выкапывать посадочные ямы. Обкапываю малину со всех сторон. И с комом земли перетаскиваю посадочную яму. Это, скажу вам, очень непросто. И довольно-таки тяжело физически. Но я это сделала. Присыпаю землей, проливаю водой, чтобы корешки как следует прижались к земле. Воробьи и трусишки боятся меня. Я хожу тут туда-сюда. На улице стало жарко. С утра было очень холодно. И днем я ходила, когда гулять с собакой, было тоже очень холодно. Ветер холодный. А сейчас где-то 3 часа времени. И на улице стало очень тепло. Мне жарко. Земля здесь, в принципе, хорошая, плодородная довольно-таки. Здесь ничего не сажали много лет. Росла только травка. Вот. Привезла из дома рыбку. Толстолобик. Две такие рыбинки. Почистила их, помыла. Мариновать. Тут у меня есть специи. Положу их сразу обе сюда. Мангал разожгла и продолжаю малину пересаживать.
Все, что нужно было пересадить, я пересадила. Начался дождь, рыбку пришлось дожаривать под крышей. Получилось вкусно. И теперь, что я буду делать, это шпалеры. Кому интересно, оставайтесь на моем канале, и мы сделаем их вместе. Спасибо за просмотр и всем пока!